Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Paper Edition. И сейчас я покажу вам, как разрешить установку приложений из неизвестных источников. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел приложения и службы. Проходим в раздел безопасность. Здесь мы выбираем дополнительные настройки и выбираем установка приложений из внешних источников. И далее выбираем источник, которому разрешим установку, и ставим галочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.